Спасибо.
Номер 15, Платонова Елена. Поиск помощника. Очень быстрый. Очень плотный. В смысле, извините, чуть плотнее нужно. Быстрый, но нужно плотнее. Хорошо. Удержание облаивания. Собака должна начинать облаивать сразу, как только она пришла. И показывать чуть больше доминирования. И подбородком собака постоянно касалась рукава. Хорошо. Побег. Чуть больше энергии нужно от собаки. Очень хорошо. Контратака, замечание тоже, что нужно чуть больше энергичности. Очень хорошо. Заднее конвоирование. По сути, в связи с вашей дистанцией получилось, что это как маленькая лобовая атака. Удовлетворительно. Атака после заднего конвоирования. Тоже собака должна быть энергичнее. И на переходной фазе собака поменяла хватку. Нижняя хорошо. Лобовая атака. Здесь собака сделала как бы перерыв, и фигурант, ну, собственно, помог ему. И хватка должна быть полнее, удовлетворительно. Контратака. Больше энергичности. На переходной фазе собака тоже опять поменяла хватку. И на фазе охраны собака толкала фигуранта корпусом. Высоко и удовлетворительно. Сегодня хорошо, 82 балла.